Всем привет, друзья! И сегодня у нас второй уже ролик по проекту TRX Mami. И сейчас я хочу вам наглядно показать, как пополнить здесь счет любого из этих аккаунтов. Допустим, сейчас базовый аккаунт. Мы видим, что здесь есть TRX-адрес, который предоставлен нам в QR-коде, а также мы можем его скопировать. Что же мы делаем? Мы нажимаем здесь «Скопировать адрес». После этого переходим в наш кошелек, это может быть любой другой кошелек, и начинаем пополнение счета. И мы видим, друзья, что 30 TRX засчитались. Засчитались они за пару секунд, то есть очень быстро. Я только нажал обновить страницу, как они уже здесь оказались. Вот, теперь вы можете их вносить вот в этот раздел, где вкладывают деньги. То есть вот так нажимаете, можете их вносить здесь под любой пакет, который вам удобно. Ну, то есть в зависимости от суммы пополнения. Вот, и давайте проверим. Допустим, вы уже заработали с этого проекта и хотите снять прибыль. Нажимаем здесь на снятие. В снятие вы пишете сумму вывода, адрес и ваш пароль, который вы зарегистрировали здесь на сайте. Допустим, сумма вывода вот так, 30. Теперь, ребята, когда мы скопировали адрес, мы его вставляем сюда. Мы пишем пароль, прописываем пароль, который вы регистрировали здесь. И нажимаете вот Campfire. То есть, но на самом деле мы видим, что больше предела экстрадации снять не можем. То есть пока что мы можем снять, допустим, вот 1. Вот. Нажимаем Campfire. Все, успешная транзакция. Теперь сейчас мы проверим это с телефона, с кошелька. Итак, переходим. Теперь, скопировав адрес, мы заходим на кошелек. Сейчас я перешел на телефон. Здесь я буду заходить в кошелек Trust Wallet. Вот так вот. Как мы видим, мы попадаем здесь на кошелек с всякими валютами. И переходим на Tron. Нажимаем вот тут на Tron. После чего нажимаем тут «Отправить». После чего мы вносим здесь адрес, этот, который мы скопируем, и количество. Допустим, я пополню на 30 трона, да? И нажимаем здесь «Продолжить». Мы видим, какая будет комиссия. 1 TRX, то есть 6 центов. Остальное отправится. Нажимаем здесь «Подтвердить». После чего мы ждем, пока поступит транзакция. Мы видим, что сейчас она уже была сделана, перевод. И мы ждем подтверждения. Сейчас статус ожидания. Все, написано статус завершено. Подробнее, если вы нажмете, будет ссылка на транзакцию. Теперь опять переходим к проекту, дабы проверить, пришли ли нам эти монеты. Итак, друзья, теперь мы заходим на Trust Wallet, обновляем здесь страницу. И видим, после обновления страницы было поступление в 1,5 TRX. То есть деньги пришли на счет, вывели, все нормально. Все работает, то есть в зависимости от суммы, которая вам разрешена на вывод, вы сможете вывести, приходит очень быстро. Как видите, потрачено было, ну, совсем мало времени, пару каких-то секунд. Вот, так что используйте этот метод, то есть и можете, то есть без проблем забрать, как видите, вывод работает. Ну, а на этом мы будем заканчивать данный ролик, который посвящен как раз этой теме. Я надеюсь, что видео было для вас информативным и полезным. Всем удачи в заработке. Всем пока.